Ауто подарок. Когда сели дни без воздей на глаз, то это... Збираю автосцепку, трубопроводи, пружини, робимо ревізію. Так, якщо є запчасті, які підлежать ремонту, або заміні, ми замінюємо, або ж ремонтуємо. Когда мы демонтируем пластик, мы потом занимаемся кузовными работами. Кузовные работы, когда закончатся, мы их обратно устанавливаем. Это металл, и так как он подвержен коррозии, там, поломкам, если некачественно сделать, то развалится кузов, это опасно. А если это еще рама, то могут колеса там отвалиться, это очень опасно.